Пионы, тюльпаны, розы, сирень, 60 натюрмортов можно увидеть на новой выставке в художественной галерее. Она называется «Море цветов». И название не случайно. Цветов здесь действительно море. Самых разных – и полевых, и декоративных. Авторы работ в основном саровчане, но есть и художники из Москвы и Берлина. Объединяет все эти натюрморты одно – они были написаны в разное время в стенах художественной галереи. Эта выставка была задумана год назад, когда мы устроили марафон натюрмортов, и каждую неделю ставили новый натюрморт и звали художников, чтобы они написали свои работы. Так собралось несколько десятков работ. Всего на выставке более 60 работ 12 художников. Есть написанные маслом или акварелью картины, есть графика. Среди авторов и давние друзья галереи, чьи работы здесь неоднократно выставляли, и новички. Здесь есть работы художника, с которым мы познакомились год назад, которая вот как раз, набравшись смелости, пришла сюда в художественную галерею и тоже стала писать натюрморт. До этого она не участвовала в выставках здесь, в художественной галерее. Мы познакомились, и уже на прошлогодней осенней выставке художники Сарова она принесла свою первую работу. Традицию писать натюрморты галерея возобновит со следующей недели. Весь июнь по понедельникам любой желающий может прийти со своими материалами, чтобы погрузиться в творчество. Для этого на втором этаже в интерьерах выставки «Море цветов» оборудовали специальную зону. Сама экспозиция продлится до конца месяца. Посетить ее можно в часы работы художественной галереи для лиц старше 6 лет. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.